Нет в подарок ничего лучше песен и музыки. Романс Свиридова «Маритана» в исполнении оперной певицы Катерины Нефедовой со сцены Первой библиотеки звучит, словно в настоящем театре. Как нельзя лучше он подходит для гостей в честь Дня пожилого человека, считает певица. Не день дождливый. Мне хочется, с одной стороны, поднять людям настроение, а с другой стороны, настроить их на лирический лад. И мне кажется, вот как раз этот романс, он как никогда лучше подходит именно вот для этой цели. Жители округа серебряного возраста поздравили и дети. Исполнили всем известные песни, шуточные композиции, сыграли на музыкальных инструментах. Выступать в такой день перед людьми старшего возраста для них большая честь, считает руководитель студии. Именно эти люди воспитывали нас, наших родителей. Это опыт. Это мудрость, это доброта и любовь. И очень важно, конечно, и с огромным удовольствием, это большая честь быть здесь и поздравлять наших прекрасных бабушек, матерей, отцов с таким праздником. Виновники торжества с восторгом встречали каждого исполнителя. Говорят, такой праздник – хороший повод собраться вместе и получить положительные эмоции. Хотя в душе пожилыми себя не чувствуют и к своему возрасту относятся с юмором. Так для себя я в судьбе обозначила. Погляжу на себя – хороша. Три морщинки – подумаешь, трудности. Юный голос – красотка душа. Полина Бахова, Фарид Харидинов, телекомпания «Одинцова».